И всем приветульки, красотульки, с вами Леон и Ну, как бы вот так вот, да. В общем, мы сегодня с вами продолжаем открывать сейфы, и они просто офигенные, особенно если взять предыдущий сейф, нам он очень понравился. Вот там он еще стоит, кстати. Ладно. Это сейф минимализм. Это минимализм, но тут есть кнопочки стоп, типа нам туда нельзя. И после, собственно, предыдущего сейфа мы понимаем, что некоторые сейфы очень даже непростые, нас могут взять в плен. И поэтому да. мы должны, во-первых, так вот поставить его на землю и сказать, что это сделал Frosty Games 0. Для тебя эксклюзивная копия моего сейфа. Вау. Ладно, спасибо. Wow. Так, окей, значит, дорогой Фрости, насколько эксклюзивная ваша копия? Давай посмотрим. Я, короче, постучать тут пробую каждую стеночку. Не получилось, Лёва. Не получается? Да. Слушай, тут на звук так. надо реагировать. Угу. Сразу скажу, что я заметил, наверху есть подсказка. Но пока что я ей пользоваться не буду, да. Пока... А что, прям вообще подсказка? Она какая-то лютейшая подсказка, поэтому я думаю, мы просто пока так, что... Так, сейчас, погоди. Подумаем над всем остальным. Блин, слушай, ну такой... тут каждая кнопка... Да, она каждая кнопка издает звук. Но мне, знаешь, такой-то пулевилизатор напоминает. Такой звук такой еще... Ну там поршни штуки. А! Судя по всему. А, ну хотя да, тут навряд ли такого может быть. Ну-ка. Слушай, а вот эта вот фигня, она не должна реагировать, типа, на меня? Не, это, она... это звук воспроизводит, да. Ну-ка, так, ну, блин, прям как крестики-нолики. Слушай, а сейчас-то ничего не происходит? Или сейчас? Ну-ка нажми что-нибудь. Ага, понял. Так, ну я, в общем, смотрю связи, там уже я вижу, что есть унитаз, скорее всего, если я правильно понимаю. Но унитаз это, конечно, замечательно. Нам нужно понять, какой из этих поршней приводит к тому, к чему приводит. И тут я понимаю, что, в принципе, один из этих штуковин... Да, тут 9, ага, 9, а тут 10. Так, ну это ты хорошо придумал, я тебя даже поддержу в твоих начинаниях, вот так вот. Давай. Вот, о! О! Заметь, и даже не зацепил, вот оно вот... О! Там дискотека... А ты слышишь, да, то, что там, оу, все нажималось? Нет, этого я не слышал. Да? Мы, короче, знаешь... А он также шипел? Да, вот интересно. Да. Интересно, интересно. О, смотри, я практически открыл. Там поршни было видно, которые двигают. Серьезно? Что-то у тебя прям... Ой-ой-ой. Ну, это, конечно, вариант, я тебе так скажу. Блин, мы сейчас просто взяли коробочку эту и потрясли, знаешь, как будто так, типа, а чё там внутри? Не, ну, мы проверили, ничего не получается таким способом открыть. Так, ну-ка. Ну да. Так, смотри, давай с одной стороны, а я с другой стороны воткнём вот эти домкраты. А ты в смысле как хочешь? А смотри, видишь, я их втыкаю вот так, что они типа, ну, толкают, когда сквозные. Ага. Так, ага. Вот так же, вот когда наведешь и нарастает. Раз, ага. Два, три. Так. Ага, ага. А теперь на раз, два, три давай поднимать ее. Давай. Раз, два. Ну, или как-то так. Очень... Ну, снизу подсказок нет. Ну, снизу подсказок нет, да. Бух, бум! Просто. Короче, ясно, понятно. В общем, тут у нас какие-то поршни. Не, слушай, я предлагаю все-таки наверх. Мне кажется, может, наверху-то и есть... Подсказка? Хотя... Может, даже с подсказками будем это долго делать, как думаешь? Ладно, окей, давай так, воспользуемся. Ладно, нажимай, короче, верхнее, лево. Ага, я понял тебя. Так, подсмотрел такой, типа, невзначай. Не-не-не-не-не, верхняя левая. Нижняя левая. Ага. Посередине. О, все, я открыл. Кажется. Погоди-ка. Хотя нет, верни. Ну-ка, погоди-ка. А, во-во-во-во-во-во, открыл. Открыл! И это был не туалет, к слову, добро пожаловать. Да, он был слишком легким, скажем так, а что это за палец? Кто-то здесь руку оставил. Я что-то включил и что-то... А! Закрыло. Ах ты гад, чуть меня не оставил одного в этом сейфе. Не,
Слушай. А, ты был внутри тоже, да. Я что-то не завтыкал тебя. Не увидел. Так, ну... Что-то как-то... Странно. Легко, да? Ты даже сам наугад такой тык-тык-тык-тык-тык-тык. Не наугад, на визуалку. Я запомнил просто. А, ты немножко запомнил, понятно. Да. Понял тебя. Понял. Вот. Хотя были и сейфы, когда я реально чисто наугад открывал. Это было очень странно. А ну давай еще один, чё? А ну давай. Вот прям рядышком ставь, чё, нет-то. Давай. Просто я боюсь, если что... так получилось-то, если мы открыли. Мы типа гений. Посмотрели, как открыть, и открыли. Сейф без кнопок. Нифига себе, что? Ключ для товарищ Фиши. Это... Мне прям даже любопытно, и у него что-то в нем есть. Ну-ка, давай посмотрим. Сейф без кнопок? Сейф без кнопок. Да, я сам не понял. И как нам его активировать? Наверное, надо в окошечко заглянуть, мне кажется. Наверное. Нифига себе, слушай, ну это что-то новенькое, сейф без кнопок. О, слушай, а вот здесь вот дверь открывается. Где? Вот зеленая? Нет, левее. Я просто взял в руки... Я вижу. И когда наводишь на цель, он становится таким прозрачным. Слушай, это прям next-gen технологии у нас с тобой. Выявление. О, стой, подожди, я еще что-то заметил, мне показалось, что... А, нет. Давай наверху посмотрим. Давай, смотри. Так. Как интересно, а? Любопытно, что самое... Синенькая штучка, там зелененькие штучки, это по-любому что-то значит. Да, ну-ка, погоди-ка, я еще раз почитаю описание. Давай. Я не шарю в украинском, тут товарищ, судя по всему, на нем написал. Потребно побудувати самому ключ для відкриття 3x3. Так, вот я 3x3 понял, а вот остальное я не понял. Не, ну как бы интуитивно понятно все. Нифига. Тут двигатели стоят, кстати, обрати внимание. То есть, если мы что-то неправильно сделаем, этот сейф еще и улетит от нас. Ладно, допустим, да. Блин. Блин, я ж в ступор встал. Может, что-то имеет в виду то, что его нужно ломать? Возможно, смотри, у нас есть правило такое: все, что красненьким подкрашено, это можно сломать. Че, серьезно? Да. Ты прям уверен, да? Я, да, но тут не знаю, опять же. Слушай, ну теперь это становится как-то хотя бы похоже на правду. Так, допустим. Он же сказал сейф без кнопок. Ты. Ну, он внутри, типа, кнопки. Чё, без кнопок сейф открыть, ага. Но он снаружи, без кнопок. А, стой, подожди, она теперь закрылась, и теперь кнопки нельзя нажимать. А, прикольно. Эх. Ну-ка, попробуй пустить на меня этот сейф, я вот... Да! Именно это я и хотел. Так, я внутри. Я слышу. И мне нормально все. Ну, знаешь, возможно, этот автор не в курсе про то, что мы можем ломать красное. One hour later. Теперь, подожди, еще раз, последний раз, как открывать этот долбанный сейф без кнопок. Мы закидываем туда что-то. Я не знаю как. Вот эта задачка для меня до сих пор остается нерешенной. Возможно, мы должны зафигачить туда колесо и потом подняться на домкрате и удар... А, не, ты на колесо ставь квадратики, а колесо потом убирай. Да ты, конечно... Погоди. Подожди, надо было просто ее застроить, вон оно чё. Сенсоров хватало, расстояние сенсоров хватало-то на самом деле, я думал, не хватит, прикинь. Нет, что, как так-то, подожди, как так-то, я что-то вообще не понял. А почему у тебя сработало-то, сенсоры же в другом месте. Они внизу. Ты просто всю стенку застроил. Да. Это было только окошечко. Не, прям всю стенку. И теперь мы нажимаем вот так, а потом, короче, встаем сюда. И что дальше? Ну, типа тут все загорается. А как тут дверь открыть? Ага. Это вопрос. Так, стой, подожди, а может быть тут еще какая-то комбинация есть?
А вот это, наверное, нет никакой связи между этим кодовым замком и той дверью. Это интересно. А может быть... Стой, подожди. А может быть, ну вот как бы и продолжить эту эпопею со стенкой просто... Не, ну мы, конечно, примерно поняли. Да. Ну, это слишком хитро, конечно. Хитро. Ну, там, типа, наверное, нужно выстроить теперь какую-нибудь комбинацию, чтобы, ну, активировались сенсоры и все заработало. Хитерский сейф, что я могу сказать? Вообще боберский сейф. Это, типа, нужно узнать еще... Как открыть вот эту дверь? Ой, блин, комбинацию. Тут тоже опять, короче, из ряда угадайка из четырех. О, открылось! Да! Я, правда, другую использовал, но... Но ты, короче, сделал все правильно, в любом случае. Ну-ка, погоди-ка. О, слушай, лаги пропали. И лаги пропали. Лаги были. Да, у меня тоже были, но вот сейчас они опять появились. Ну, короче говоря... Ага. Да. Ну, мы суть поняли. Ну, мы все сделали. Мы, короче, все, вот сейф, в принципе, открыли. То есть, если надо его еще раз открыть. А вот по сути, да? Ну, поставь ты пару кубиков, и все, и одна дверка откроется, потом вторая дверка откроется, вот и все. Ну, то есть, как бы да, вот мы сейчас, вот я ставлю этот же сейф. Вот я его вот так вот бац. Что мы делаем сначала? Справа полностью стенку заставляй. Ага, и посередине поставь. То есть самый средний должен быть сенсор активирован, и три справа. А, понял тебя. Так, ага, вот открылось. Так. Дальше ага. Мы должны заставить все вообще, да? Да. И не открывается. Потому что я забыл посередине. Ага, открылось. Так, открылось. Открылось. Ну и все. Надо. И теперь да. Все. Активировал. Ну и типа вот он, сейф весь. А подарок-то где? Призы-то где? Где черный ящик? В чем-то прикол же должен быть. Ну, типа, он должен улететь, но его что-то не получается. Конечно, можно спилить нафиг все двери, таким образом облегчить всю конструкцию. Давай теперь аккуратно это делаем, чтобы все было шикардось. Ну, я пытался делать аккуратно, честное слово. Практически. Да что, он у нас полетел все равно, как ни крути. Да. Вот он. Так. Давай облегчать, мы любим это. Вот облегчать — это наша тема. Да, страдания. Мы все постройки облегчаем. Облегчаем страдания по смс-регистрации. О, селемаги, сихотея. Вата-та-та. Туалетный... Ты слышал, он угарный такой, знаешь, как будто несколько комнаток таких. Mm-hmm. Он в какую-то одну сторону уходит. Во, стой там. Во, хорошо. Хорошо летит. Блин, это как, знаешь, ракета какая-то, вообще угарно. Да. Так, надо еще облегчить. Надо убирать унитаз. Ты на какой стороне стоял? Табличка упала. В прошлый раз. А ты, получается, вот здесь сюда стоял? Тут, наоборот, надо утяжелять. Чувак, он в эту сторону уходит. О, близко. О, перевес. Перевес. Все предметы вывалились. Так, сейчас, подожди, вот теперь. Ты стенку убирай, в принципе, я думаю. О, уже близко к правде. Так, подожди. Я понял, что нужно сделать. Так, оп. Бум. Ну-ка. Бам. О, идеально! Мы его запустили, все! Блин, круто! Ну, отклонения незначительные, ладно. Просто вот это круть! Вот это огонь! Как ракету, ё-моё! Летающий сейф без кнопок. Слушай, ставь его еще туда, и мы туда сядем. Ну, давай, так. Все. Так, а я с другой стороны сейчас, погоди. А ты заметил, да, на какой бок он завалился? Мне кажется, можно смело поставить сюда стульчак какой-нибудь. Вот я поставил один. Готов, да? Вот сейчас я кнопочку нажму. Оп. О, да! Мы взлетаем! Да, летим! Как космонавты! Ей! Я вывалился! А я то ты так особо толстым был, ты это.
Блин, еще ты так выпрыгнул, вообще угарно. Блин. Оу, ей! Слушай, нам надо было ракеты обозревать, а не сейф открывать. Да. В общем, ребятки, на этом всем спасибо за просмотр. Вот такой вот был сейф, да. Ставьте лайк. Сейф загадочный. Вообще куда деться, прям обалдеть. Ого. Поэтому всем пока, всем удачки и всем тортик. Всем поки. Поки-поки. Шмоки. Доки.